Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я покажу вам, как можно отремонтировать отвал сокета на материнской плате. Диагностика этой проблемы очень простая. Когда у вас не работает материнка, не запускается, нужно подставить под материнку большую такую тряпку и нажать с двух сторон, типа выгнуть в другую сторону материнскую плату. Если в таком режиме компьютер запустится, то значит это у вас отвал сокета. Его можно исправить с помощью пропайки самого сокета. Пропайку мы делаем на прожекторе. Нанес в центр и по периметру флюс жидкий и греем. В сокете 775 эта проблема достаточно распространена. При подключении кулера обычного она выгибает материнскую плату и теряется контакт между материнкой и сокетом. Я надеюсь, что получится восстановить этот контакт с помощью прожарки. Пока что я нажму паузу, после прожарки проверим, будет ли работать или нет. Уже у нас, в принципе, идет дым. Материнка нагрелась уже вполне достаточно. Нужно прогреть хорошенько, чтобы появился контакт. Так что еще немножко нужно подождать. Для лучшей нагрева я обычно накрываю материнку листиком или видеокарту. Так будет быстрее происходить нагрев. Вот такой метод ускоряет прогрев. Так что нажимаю еще паузу. После окончания прогрева нужно будет подождать 15-20 минут. Пусть остынет. Потом мы проверим, как будет вести себя материнка после прожарки. Вот, я думаю, уже достаточно греть. Уже у нас идет полным ходом дым. Сокет прожарился. Контакт, я думаю, восстановился. Можно отключать прожектор. И будем ждать, пока остынет это все наша материнка. Нажимаем паузу.